Я не ностальгирую по советскому прошлому, понимая, что, наверное, можно было бы даже и в тот период больше сделать, в том числе для детей, но вот то, что касается отдыха и оздоровления, мне трудно назвать представителя, наверное, даже моего поколения, который был бы обижен за свое детство. Значит, больше того, это было... Мы так ждали лето, еще и потому, что это возможность не просто беззаботное время провести, это новые друзья. Как правило, это загородный лагерь, даже если это я жила на Алтае, даже если это внутри своего Алтайского края. Замечательное, изумительное время. Опять-таки, я помню в 90-е годы, когда поток обвинений в адрес всего советского, то тогда все эти великие демократы типа Хакамады и Барак говорят, да что такое, что такое? Этот пионерский лагерь, когда там все ходили по линейке, когда там в море по свистку. Спросите сейчас родителя, чего бы он хотел, отправляя своего ребенка на море, в загородный лагерь. Первое, чтобы ребенок находился в безопасности. Чтобы вот именно за каждым из них последили, по свистку вошел, по свистку вышел, вот он жив и здоров. Поэтому не надо ничего придумывать. Не надо ничего нового изобретать, потому что и 45 тысяч загородных детских лагерей, которые исчезли за вот этот вот период, ну, безусловно, если нет здания, ну куда тогда вывести ребенка? Из 15 миллионов детей в возрасте до 16 лет, которые нуждаются в оздоровлении, только 5 миллионов в последние годы имеют возможность вывести за город. 10 миллионов детей, они оздоравливаются в кавычках в пришкольных лагерях. По данным профсоюза, 20% родителей, когда наступило лето, они отказались от своих заявок на путевки, потому что цены на путевки были неподъемны для очень большой части российских семей, доходы которых ниже, чем стоимость путевки. Ну, формально там путевка может стоить, вот Московская область, нам давали цифры 21 тысяча, много это или мало. Вы знаете, ну, для олигарха это вообще укус комара. А для семьи, если там 10 тысяч у одного и 15 у другого ежемесячная заработная плата, то, конечно, это весьма ощутимо. Второе, сама дорога для того, чтобы доехать. Или вот позвоните в лагерь «Океан», который когда-то там на Владивосток, Дальний Восток, замечательно, финансируется с бюджета федерального в том числе. И мы помогаем всякий раз, отстаивая вот эту вот строчку в бюджете. Но приезжайте, пожалуйста, есть места свободные. Сколько путевка стоит? 40 тысяч. А сколько билет стоит туда? Еще столько же. Поэтому, о чем мы говорим тогда? Вот и пустуют вот эти вот детские комнаты в замечательном лагере «Океан». Великолепный лагерь. Вы знаете, если вот прежде вот такого рода «Артек», помните, «Океан», ехали дети, которые заслужили это с отличной учебой, победы в разных конкурсах. И если кто-то из детей приехал, потому что родители состоятельные, на него смотрели как на изгоя, то теперь наоборот. Победитель конкурса приехал там без тугого кошелька, который дали родители. Вот он уже становится белой вороной. Все остальное – это дети богатых родителей, которые могут купить туда путевку. Неправильно, несправедливо. Все дети равны от рождения. Все абсолютно равны. И все имеют право на то, чтобы в нашем социальном государстве статью 7 никто еще не отменял. Право детей на отдых и оздоровление тоже никто не отменял. Ну, в таком случае надо вот этой партии, которая себя фронтом называется и неизвестно с кем борется, пусть тогда борется вот этой статьей 7 Конституции и не лицемерит перед нашими детьми. Я не хочу, чтобы наши дети тоже были лицемерами и говорили, что все здорово. Иначе они не понимают нас, взрослых. Кому верить? Потому что, с одной стороны, выступает очень такой внушительный, там, с накачанными мышцами, положим, там, премьер, который принародно оголяется, вызывая восторг там, с байкерами, и говорит, что все хорошо с детьми, то, глядя, ребенок начинает давать оценку, но ведь со мной-то не так все здорово. И завтра он выйдет на улицу, в Москве на Манежную площадь, но ведь у нас много регионов, которые повторяют уже события на Манежке. Поэтому вот все, что касается организации летнего отдыха, это печальная и пронзительная тема. Для власти она понятна. Она малопонятна для родителей. Она непонятна для меня, депутата, который профессионально в Думе занимается проблемой 16 лет.
Представьте, в отсутствии какой-либо структуры на федеральном уровне, которая координировала бы организацию детского отдыха, но вы же не назовете вице-премьера Александра Жукова, который курирует вот эту вот, так сказать, область защиты детства, действительно защитником детей. Но я вижу его на олимпийских объектах, я вижу его разрезающим там трехцветные ленточки, но я вижу его на совещаниях, которые посвящены организации летнего отдыха. Я вижу, как он стыдливо прячет глаза, но мне этого мало. Я все-таки уверена, что мы должны принять закон, федеральный закон об организации летнего отдыха и оздоровления детей, вернув туда, еще раз, принцип бюджетного финансирования, вернув туда возможность бесплатного проезда детей, которые живут в регионах севера и территориях, которые приравнены к регионам севера. Даже в 96-м году, когда цена нефти 16 долларов была, а не зашкалила за 100, как сейчас, мы, депутаты, тогда нас было 156 во фракции Компартии, принимали специально каждое лето постановление о том, чтобы проезд был бесплатным к месту отдыха детей. Мы находили для этого возможность. И кто-то называет, Андрей Исаев считает, что мы популисты. Но пусть этот популизм, как хотите, назовите нас, но этот популизм был на пользу детям нашим. Поэтому, если уж тогда находилась возможность профинансировать, то сейчас у богатого господина Якунина я не думаю, что сильно истощится кошелек, чтобы обеспечить бесплатный проезд наших детей к морю, к океану и дать им возможность оздоровиться. К сожалению, 80% наших детей на сегодня, это статистика, которая имеет отклонение здоровья, начиная от первоклассников, заканчивая выпускниками. Поэтому все они нуждаются в летнем отдыхе. Конечно, кому-то удобно из родителей, что ребенок, может быть, даже вот находится под боком, только по одной причине – боятся. Боятся родители отпускать детей далеко. А для этого надо наладить прежнюю практику. Тех же учителей, только при этом им действительно считать месяц за два в стаж, платить в гораздо большую зарплату, чем они получают как педагоги. И дети наши, будут действительно профессионально не только под присмотром отдыхать, но они и воспитываться будут и обучаться вот в этот летний период. Полезно всем.